Ну вот смотрите, роза есть, да? Берем цветок розы. Мне безумно нравится этот цветок, потому что он для меня, это фантастика. Он каждый раз расцветает и каждый раз вызывает новые качества и новые чувства. Роза. Давайте оторвем лепестки и исследуем на химический состав. Что-то получим, да? Давайте оторвем колючки, тоже исследуем. Давайте стебель оторвем. Мы исследуем, будем иметь полную формулу всего, а розу потеряем. Аромата не будет. То есть получается, что сегодня пришло время исследования заведомо синтеза. Вот почему сложно с женщиной. Женщину, если ты будешь ее исследовать там физическое строение, ну, за исключением маленьких отличий, тот же мужчина. Ну, все то же самое. Потом, когда ты вдруг понимаешь, что у нее там молоко откуда-то появляется, когда она рожает, ну хорошо, отлично, но не сильно. Но если замерить ее энергетическую способность проникать в пространство, вот высота мужчина достигает и женщины. Необозримая вещь. В Америке учатся это измерять. Нам тоже нужно учиться измерять, потому что здесь залежи колоссальных открытий. Мы наследуем болезни через мамин неправильный ментал. Мы наследуем какие-то свои срывы вот этого оптимального развития через неправильное отношение к женщине. В тот момент, когда она тебя пахтает. Она тоже тебя пахтает из пространства. И я думаю, что в этом случае вот это познание женщины, интерес к женщине, просто как какой-то особенности, оно сулит человеку колоссальное открытие. Может, наверное, послышаться во мне, что я женщину ставлю выше мужчины. Нет. Мои познания женщины, изучение, я этому посвятил почти, вот дочке там уже 30 лет, вот 30 лет я посвятил изучению женщины. Не как физического существа, потому что, наверное, физическое существо мы познаем, дети рождают, ты уже как бы знаешь, что у женщины как там чего и как. Но как совершенно уникальное пространство, через которое проходит божественность. Та божественность, которая так просто недостижима. Вот этому я посвятил вот 30 лет. И отсюда мое творчество, отсюда мои мысли, отсюда моя философия. И я должен сказать, что я не ставлю женщину ни выше, ни ниже. Ибо женщина без мужчины не реализуется. Она как была потенциалом, так и остается.